Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, зайдем в первую очередь в тренировочку. Заберем нашу команду. Запрос. Так, и выбрать отряд. Подожди секундочку, выбрать отряд. Мы сейчас глянем, во-первых, что нам нужно из этого отряда убрать. А слушай, а по-моему, ничего не надо убирать. Все у нас тут не прокачанные. У нас был паукус, мы его отсюда убрали. Ну, бот-паук, я имею в виду. Да, поэтому спокойненько можем отправлять этот отряд дальше тренироваться. Все, ребят, в магазине глянем, что у нас там бесплатно дают. Бесплатно нам дают всадника на журавле. Так, арена. Угу. Значит, получаем пагоду 15 карточек. И, ко всему прочему, воблер, богиня солнца, черепаха, ну и 5500 монет. Квест завершен, зритель. 18 карточек бродяг будет разыгрываться. Ладно, давай. В принципе, я не против. Возьмем, наверное, с тобой вот... Да тут какая разница, ребят. Давай мы вот этот отряд возьмем тут. Все равно пройдем на изи. Я даже сделаю вот так вот. Успеем? Просто никого не успел даже призвать он. Я, в принципе, на это и рассчитывал. Так, квест зритель я выполнил. Ну что, ребята, пора. Пора нам двигаться в поединке. Так, мы остановились вот здесь вот, да, нефритовая долина. И у нас тут тигр, ниндзя, плюс копейщик. Слушай, довольно серьезная команда, и я даже не знаю, что мне тут, выбрать. Наверное, возьму вот эту команду вместе с Джиггернаутом, ниндзей. А тут же у нас и фехтовальщик, если что, есть на прикрытие. Ну, плюс еще, конечно же, наш ползун. Ну и, конечно же, клетка. Про нее тоже, ребят, не стоит забывать. Почему я не удивлен, а? Ниндзя, ты же быстрее пойдешь. Хотя... Не было никакой, ребята, души. Мы вот так вот еще... Угу, угу. Смотри, что делает. Отпрыгивает, засранка мелкая. Ну, в принципе... Ха! У меня Джиггернаут отхилялся, ребята, встал и пошел дальше в бой. Прикольно. Я сейчас попробую призвать... Жнеца. А, все, он не понадобился, ребята. Мы справились и без него. Но, в любом случае, я для прикрытия взял его. Мало ли, что-то пошло бы не по плану. Поэтому он мне пригодился в любом случае. А вот это уже гадость. Вот это уже, ребята, гадость. Так, значит, Ронин. Ну, конечно же, он мне не будет давать покоя. Он будет сейчас, наверное, друзья, атаковать меня. Поэтому держим кнопочку на стреме. Что-то он даже не бежит. А, вот он как. Вот он как вышел у нас. Офигеть, вот он как у нас вышел. Они размозжили просто мне всех. Да куда ты? Ага. Разогнался парень. На тебе, ниндзя. Так, ребят, если что, я держу наготове кнопку клетки. Давай, бросаем. Есть. Блин, мой Джиггернаут, ну давай быстрее. Есть. Богиню солнца мы подбили. Там Ронин что-то копошится. Откопошился. Так, и опять он... И опять он этого тигра позвал. Ну ты все сам прекрасно видишь, что они творят. Они творят, ребята, следующее. Тигр вызывает душу, которая смывает... На моей линии всех моих бойцов. И тем самым
давая себе шанс на какую-то там немыслимую победу. Ну, соответственно, я этого позволить не мог. Поэтому я призвал жнеца, но, как видишь, обошлись пока без него. Так, ребят, мы переходим с вами на территорию захватчиков. Ох, ё-моё. Здесь у нас, как ты видишь, бородавочник, плюс ко всему здесь тоже есть ползун. Ну, я думаю, тут понятно, ползун на ползуна. Тут уж ничего, к сожалению, не поделаешь. А вот... Ай-яй-яй, зря. Он решил меня так забомбить, что ли? Я не понял. Джиггернаут мне нужен. Так, ребят, джиггернаут. И помимо джиггернаута мне нужен еще ниндзя. Со своей дальней атакой, отлично. Ну, в принципе, можно сказать, что 50% победы уже у нас в кармане. Да, побеждаем, потому что я еще одного джиггернаута призвал. И все, ребят, забомбили мы ему базу. Так, переходим на следующий этап, на второй. И здесь у нас бородавочник, жаба с пушкой. И я, наверное, даже могу, знаешь, что сделать? Я, наверное, могу даже вот этот отряд себе оставить. И, в принципе, должно неплохо получиться. Если что, у нас против ползуна есть что поставить. Против бородавочника, да, тут... Тут, ребят, сейчас будет все очень-очень плохо. Да. Все-таки урон нанесли. Все-таки, друзья мои, нанесли урон. Ну, нам тут только одно, ребята, остается сделать. Это вызывать богиню и отхиливать нашу базу. И вот о чем. Так, хил пошел, да? Хил пошел. База сейчас восстановит себе здоровье. Так, отняли штраф у меня. Ну, а дальше дело за малым. Нам надо будет ставить руны. Руны атаки, вон они стоят у нас. Вот, они все три руны, поэтому, ребят, шансов у него нету. И модным словом, хана. Да, что бы я делал бы без друидки, я не знаю, ребят. Именно друидка отхиляла мне полностью базу. Так, ну что, переходим на третий этап. Воблер. Опять же здесь, ребят, ползун. И опять же здесь бородавочник. Ждем. Я, наверное, все-таки вот так вот сделаю впервые. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да неужели? Нифига себе, ребята, вот это просто повезло. Да. Повезло. Да не совсем повезло. А так было идеальненько, да? Так было идеально все. Фига он там откидывает. Совсем, я смотрю, приборзел-то парень. Этот бородавочник меня почему-то уже начинает, честно говоря, ребят, нервировать, вымораживать. Так, ну что, да базу в любом случае мы с тобой разнесем ему. Тут ничего уже ему не поможет. Просто я почему-то не думал, что бородавочек настолько лютый. Прям бежит, еще так толкает далеко. Все, короче, пускает в разнос. Так, ну что, у нас предпоследняя миссия здесь остается. А жаба с молотом прибавляется. Но я думаю, что ничего он этим не изменит. То есть, если он хочет перетянуть на себя одеяло, ничего у него не получится. Ой.
Ой, что такое? Как так? Щитобот мой смело выдерживает удар. И я, наверное, сейчас все-таки, ребята, буду вызывать баллисту. Ай-яй-яй. Сбил гад все-таки щит. Да там не только он щит сбил. Ну что, меня хочет ими затравить, что ли? Так он не в курсе, наверное, что у него ничего не получится. Угу. Я еще баллисту позову на помощь. Так, у него этот почему-то, ребята, выходит без разбега. Бородавочник. Бородавочник выходит без разбега, и, соответственно, мы его уничтожаем довольно легко. Потому что он еле ходит. Он лютый только когда звереет. А в остальном он ватник еще тот. Ну что, все? Конечно, все. Тут, как говорится, к бабке не ходи. Победа будет за нами. Ну что, друзья мои, и получается у нас последний здесь этап. Смотритель. Ну, если честно, ребята, друидка против смотрителя — это не самый лучший вариант. Поэтому мы сделаем топовый отряд, возьмем. Угу, угу, такой деловой. Я могу, в принципе, Ронина вызвать, но я сделаю его так вот. А потом Ронина. Вот таким вот образом. Так, я чувствую, он копит энергию на босса, да? Через отражение. Она одна справилась со всеми, прикинь. Ну хорош. Да, не успел. А кто не успел, тот опоздал. До свидания. Блин, ты посмотри, а? А, ребят, смотритель появился. На ему крышка. Все, ребят, все, все, все. Пускай даже не ерзает. Начал там что-то сопротивляться. Ну что, неплохо, я тебе скажу. Забираем сундук. Сундук захватчиков. 11 карточек на лорда пустоты. Так, у нас еще... Ух, ё-моё, сколько у нас тут еще. 3 локации. Ну что ж, территория нежити. Сами понимаете, да? Так, территория нежити. Нам, по идее, лучше взять вот этот отряд. Потому что здесь у нас есть баллиста. Баллиста нам здесь поможет. Ну и плюс у него зомби. Он сейчас, он же сейчас некроп начнет вызывать, насколько я помню. Нет. Он вызывает зомби. Вот сейчас вот некро. Поэтому, ребята, нам нужно быстрее вызвать баллисту. Как раз вот против этих драться. Против колобков, которые выпускает сама некро. Всадник на журавле. Ну, тут уже все. Тут уже ничего не поможет им. Я, как говорится, взял инициативу. И дальше просто тотальное уничтожение замка. Так что, друзья мои, берите тактику себе на заметку. Она рабочая. Против всяких там некро, против всяких там бородавочников и тому подобное. Так, ну что, переходим на второй этап. У нас, правда, здесь энергия уже заканчивается на этом отряде. Это плохо. Это не есть хорошо. Ну, чё, кто? Тишина какая-то. Опа. Давай, 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 баллиста. Есть, красавчик. Все-таки мы успели. Успели мы эту чумнуху запинать. Так, нам надо будет перестраховаться в виде... Вот так вот.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так, блин, эти колобки паршивые. Именно, ребята, паршивые колобки. По-другому не назвать их. Это вот у этой как раз, ребята, у некро, когда она помирает, после нее остаются вот эти вот... куча вот этих колобков, которые бегут. Ну, колобки, черепки, можешь называть их как хочешь. Суть в том, что вот когда некро умирает, и они... Во-во-во-во-во. От нее начинают бежать, они очень мощные. Они мощнее, чем тех, которых она призывает. Но благо у нас все хорошо, и мы здесь побеждаем. Да, ребят, победили мы и двигаемся дальше. А дальше у нас так, квест какой-то. А, тактик. Квест-тактик у нас завершен. Блин, жалко, что тут, конечно, энергии не осталось именно на этом отряде. Будем тогда этот добивать. Но тут не очень, конечно, хорошая перспектива у нас. Из дальников у нас только ниндзя. Так, ниндзя, давай его издалека, пожалуйста, шваркни сразу же. Так, а вот и некро. Вон, армия колобков. Я офигею, как мы тут с тобой лихо справились с его атакой. Но, походу, что все, ему крышка, друзья. Некро, здесь тебе делать нечего, тебе здесь не рады. Но ведь круто на самом деле. Так, предпоследняя битва у нас, и здесь я возьму... Ну, у меня выбора нету, ребята. Кстати, вот БФГшка, здесь именно БФГ, очень хороша против некро и против этих колобков, которых вызывает. А вот то, что тут призрак, это бесява, конечно. Так, ну что, ой. Ой-о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 й, друзья мои, что мне делать? Нифига себе, сказал я себе. Ты видел? Ты видел, как призрак в корнях застрял? Ай. Тут-то и оно, друзья мои. Есть. Красиво. Да, этот отряд здесь не особо хорошо подходит, потому что против чумных у меня, ну, ничего нету, ребят. А тут чумной... нету, но здесь призрак. Ладно, фиг с ним. Я возьму, наверное, тогда топовый наш боевой отряд. Вот этот. И жнец ему тут не поможет. Вообще никак. Ну, просто мы его разнесем сейчас в хламину. В щепки и в труху. Единственное, что не понимаю, почему у меня в топовом отряде делает вот этот зомби. Тут скажи мне, зачем я его сюда взял? Никак не могу врубиться. Зря вы все в кучу-то встали-то. Ну, твою налево. Ну, нафига так делать? Ронин, конечно, самоотверженно побежал, но... Я сейчас чумухами его запинаю. И вызову сейчас, знаешь что? Вызову ведьму. Такой умный, думаю, да? Ага. Я таких умных через одно место кидал. Е-мое. Вышел такой деловой жнец. Думал, сейчас меня там будет кромсать. Но не тут-то было. Старый дядюшка знает тактику.
Так, ну что, 9 самоцветов. Хорошо. Так, ребята, у нас фабрика. У нас с вами фабрика. Так, здесь у нас толкатель плюс бомбер. И отряд-то какой-то, знаешь, совсем не подходящий для вот именно этого поединка. Ну, если я даже голема позову. Фу, голем, ну что он сделает? Да ничего он не сделает. Видишь, какую фигню он творит. Ну-ка. Ну, блин. Долбанный робот, а. Сейчас будем вот так вот тогда пытаться сделать. Он повреждение получает? Получает. Я офигею. Да здесь он бомбера бомбануть не мог, да? Да, наш культист почему-то, ребята, ну, не справился. Он не справляется с бомбером. Беда. Так, ладно, хорошо. Ну, голем — это единственный танк, который у меня в отряде, ребята. Это голем, все, больше никого нету. Поэтому начнем. Ой, ты-то куда еще лезешь? Ну, он сейчас бомбанет опять, ребят, мне. Нет, не успел. Благо, он не успел все это сделать. А по-моему, все. По-моему, ребят, он доигрался на скрипочке. Да-да-да-да-да-да. Бамс. Шик и блеск. Так, дальше у нас идет что? Блин, молотильщик. Ай-яй-яй, друзья мои. И у меня все юниты наземные, да? То есть по земле ходят. Да. А все юниты, когда ходят по земле и выходят молотильщик, это, друзья, сулит бедой. Нате. Вжик это мне там. Вжик несчастный. Вот, о чем я тебе и говорил. Хоть он и ватный, но все равно проблемный. Проблемный пацан. Давай, разносим ему замок. В наказание, так скажем. Все. Так, что там дальше у нас? А, ну, здесь можно взять и вот этот отряд. Молотильщика нету, это самое главное. Молотильщик просто мне все карты сбивает. Да, он не убьет голема с одной вот этой пилы, но он убьет зато всех остальных. Так, что это за фокусы такие? Первым пойдет голем. Дальше я возьму, наверное, молотильщика и БФГ-ху. Хорош. Так, корни. Прекрасно. Еще одного голема вызываем. У служителя тьмы есть один, ребята, недостаток. А знаешь какой? Он еле-еле двигается. Он очень медлительный. Очень-очень, друзья мои, медлительный. И это огромный недостаток, как по мне.
Давай, на ускорение. И БФГшки запинал. Все, что можно, ребята, только Борзел, что ли? Дай корни запустим. Что сопротивляется? Ты посмотри на него, а? Да ты заколебал. Он всех почти, ребят, сносит. Бомбер этот несчастный. У меня 38 секунд осталось. Кстати. Давай, дед. Блин, только деда нажал, ребята, и все, и мы выиграли. Так, ладно. Последний поединок. Ёк-макарёк. Термин 9000. Убийца, как это сказать, машина для убийств, да, скажем так. Гигантский робот с напалмом, с ракетами, что-то у него только нету. Так что будем стараться. Ульту, ребята, по возможности нужно будет придержать именно для термина. Именно для термина. Ну. А вот и он, ребята, а вот и он вылез. Огонь. Я тебе скажу, что огонь паршиво получился. Огонь получился, блин, паршиво, друзья. С кем он там бом... А, понял. А, так мы вальнули его. А, я понял, знаешь, как мы вальнули? Через отражение урона, ребята. Там была у меня маг-воин. Именно в нее он бомбил. И именно сам себе получал, наносил повреждения. Да-да, именно так. Чух. Ну да, но тут было немножечко сложновато, да. Я даже немножечко шуганулся. Думал, неужели сейчас термин... Он уже пошел практически на меня. Так, но мы дали ему достойный отпор. Так, ребята, это последняя локация, но я не знаю, хватит ли у меня энергии на... Скорее всего, не хватит, чтобы пройти эту локу. Так, у него крестьянин, а у меня... Правильно, у меня молотильщик. У него кто там, паладин, а у меня будет голем. Ну, конечно, соотношение силы и это... Понятное дело, что голем проигрывает. Но мы БФГ тогда позовем в помощь. Ёпрсты. Фига вы там охламоны вообще приборзили. Ну. БФГ-ха. БФГ очень мало наносит урон танкам. Очень много наносит урон молотильщик, но надо делать так, чтобы он обязательно стоял. То есть танк бьет танка, да, и молотильщик сзади из-под тишка делает свои пропилы. Вот в этом случае, да, это хорошая тактика. А лицом к лицу, нет, конечно, это все фигня. Ребята, у меня последняя энергия остается здесь. Я думал, что мы пройдем с тобой до следующего телепорта, но, видишь, не получилось, к сожалению. Печалька. Так, Палыч пошел. Ай, как его быстро. Как его быстро ушоркали, а? На тебе. Этого. Вот.
Даже, ребята, целый заряд лазерной этой атаки отправил. И паладин все равно шел. Офигеть. Эх, не дали. Не дали Сёгуну, ребята, рубануть. Так, ну что, у нас, по-моему, ребят, по энергии-то все. Я вот смотрю наверху. Да, по энергии у нас все, к сожалению. А что там за ежедневные испытания? Ну, это у нас прокачана девчуля по полной. Ну что ж, друзья мои, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!